Заходи бы. Че, вы уже катаете? Второй сервер. Давай, второй сервер, уже 59 минут. То 9 минут. Че, можно бой сыграть? Ну че, обратно в очередь будет набирать? Или чего? Не, сидите все, кто там зашел. Вообще, если вы набрались, то можете ехать чуть. Я на девятый час поеду. Так, что у нас? 20, да? Только 20 человек, что ли? Ты же говорил 25. Он в сети 25. Вы набрались, то есть я сетап подобрал, так что, Сэн, едь ты, а потом я уже съеду. Переходить, да, пришлось, да? Ну, а теперь будет на втором серваке. Там до 8 часов на шестом идет. После 8 идет. На восьмом. Ну да, на восьмом. Ага. Вот, а сейчас уже будет на втором стоянии. Днем не выкатывались, да, Сань? Не было. С пяти только. Ну, короче, только. Мы начали сколько? С пяти. Угу. Народа не было. Ну, мне вот только 7 человек отписалось, то, что они могут катать с 2 часов по Москве. Также пишите мне в личку, кто может катать. И так далее. Чтоб стабильно. Ну что, не набирается у нас второй состав, как положено, да? Да почему, может, нам сейчас наберется? Нам еще надо добирать людей. Еще даже не 8 человек. Из 100 человек 2 роты постоянно есть. Это 40 человек примерно. Из 100, чтобы вы понимали. Ну видишь, 70 человек в клане, а 21 онлайн. 25. Оно так и есть, Андрюха, оно в каждом клане так. Ну это понятно. Просто говорю, что из 100 человек макс 40 человек. Там так печатает. Руби голос смешной. Чё ты меня поменял, Сань? Ну, играли бы, ребят. Кого я поменял? Меня кто-то он закинул. Куда тебя закинул? Все, выкинули опять.
Сань, ты здесь? Чинюшка? Да. Слушай, а чё на карте пишет тебе плюс 6, мне плюс 2, как это понять? В смысле плюс 6? Ну вот, например, зашёл, да, на карту? Да, на карту. Высадку посмотреть. Нет, получается, там смотри, типа, беру 20.00, плюс... да? Типа, оно мне пишет, что плюс 2, это как понимать? Это плюс 6%, типа, тебе капает с забой, если ты побеждаешь забой. Сань, не то. По время, типа, плюс 2 часа. Да, ну, то есть у тебя Украина плюс 2, что ли? У меня с Москвой один час разница. Это у тебя часовой пояс плюс 2. Это часовой пояс. У меня плюс... Всё, я понял. Я думал, что это игры будут, типа, ну, час больше, знаешь? Нет, это просто показывает твой часовой пояс. У России плюс 3 идёт. Это когда-то было плюс 2, а сейчас плюс 1. И я думаю, бля, если плюс 2, то... Значит, на 9 будет получаться высадки, знаешь. Просто в России убрали переход на зимнее летнее время. А в Wargame это да, осталось. Да, я вот смотрел, честно, я смотрел соцопрос. И вот у некоторых девушек спрашивают, а сколько сейчас это в сутках времени? Одна. Ну, если у нас убрали час, 23 часа в сутках. Другая говорит, 25, да? Ну, 24, блядь, никто не сказал. Это был бред. Или как смотрел это... С кем играете, хоть смотрели уже? Левша, клан. 28. Да, блин, этих левши задолбали, они уже. Короче, работодатель у девушки спрашивает, там молодая блондинка говорит, какую роль сыграл Кутузов во Второй мировой? Ну, она ему начала рассказывать. Во Второй мировой, да? Да, во Второй мировой войне. Она спросила, почему Кутузов убил... А, Сталин убил Кутузова, что-то такое было. Не знаю, может быть... Ну, у ней там и про Ленина, там то, что Ленин пост был, короче, это, президент России. Так что это было... Вот это, блядь, нынешняя молодёжь. В основании дула дырки в башне. Я стою не подшишу всех танков. User disconnected from your channel. Чё говоришь? Посмотрите, вот ствол в танке, да, вот. И возле него всегда вот дырка, вот это отверстие. Почишу на всех танках. Вот сразу, для чего она? Я что-то в интернете смотрю, даже не могу найти объяснение. Пламя гасить. Но это крепежный элемент там какой-то, нет, дуло же должно... Не крепежный. Отверстие как будто как насквозь идет. Вот дуло туда вставляется, и там с той стороны, и с этой стороны это крепит. Нет. Вот дуло, и там отверстие такое. Вообще, что на всех танках оно есть. Сразу же возле него как сквозное, как пулеметное похоже, но не пулемет. Бой начался. Давайте, удачи, ребят. Давай, то, что удачи. А нет, ну что ж, здесь. Так, СТшки. Сюда залетели. Шерк. Сюда со мной. Вот сюда не за камень. Камень проезжаешь, сюда падаешь. Все, СТшки сюда закатили. Сразу тоже перекрестка. ЛТшка сюда. ПТ сюда. И сразу контришь тут. И сюда ПТ. Все стандарт.
Я стяжный, правильно? А, кого не назвал, ТТ сюда. Все СТшки. Главное, чтобы не лагало при заезде. Все, пофигу, что там да как, вкатывайте. Две семерки сюда ушли, остальные сюда. ЛТшку там скушали. Вкатили, вкатили, вкатили. Вкатка, вкатка, пошла, пошла, не останавливаемся, не спать. Решай ты, блин. Так. Ну, где? Вот, давайте, прокидывайте. Все, ТТ не... Да, идут ли, да. Нахин, блин. Давай встану, откатим, блядь. Блин, аккуратно там с ямки. Работайте. Чё тут? Так, то есть СТшки наши все загрузили. Почему вот кто первая СТшка сюда не доехал, просто не заблочил их? Мог спокойно заблочить. Они уже на горе были, Саня. Ну и все, просто-напросто. Откидка, откидка вот этого. ПТ вот это перекатывай сюда. Ну, у них где-то 7-е, 140-е в принципе. Они просто быстрее, вот и все. А чего, не 8 часов было? Чего они? Я пришел здесь, думаю, будет ровно, а оно уже началось, оказывается. Я же говорил, ребят, смотрите регламент, оно вообще с 2 часов. 105. Всем это все было. Платежах. Чего? Помнишь, 4-м играл? Еще один. Не, на чем? На Е4. Как кто там на Е4? Адреналин же. Блять, вопрос, что он так же тяже было видно, что-то не работал по ним. О, а что произошло? Что так быстро, ребят? Моментальный причем, блять. А что, они зарашили? Просто, вот смотрите. Вот 2-3 стоя накидал, да, вот арта накидала. Все, арту вот вообще. СТшки там сразу как-то. Вот эти две СТшки, которые сломаны, сразу полегли. Все, к ним. Так у них на горе уже стоял 907-й. Да, у них они просто нас по скорости переехали. Вот. Может быть, все. Они подсадку сделали, ребята. Да нет, да они тупо ехали напрямую. С той стороны. Нет, с той стороны, во-первых, быстрее, и плюс у них танки более быстрые. Вот и все. Из-за этого они опередили вас. Адреналин. 4 выстрела, 3 попадания, 1 пробитие. Ты чем стреляешь? Добрый.
Ну, что-то не видно, голдует, дубы, все. Оно просто в землю летит. Ты фулк сводка, оно перед ним падает. Я тебе... У меня две пули просто перед танком впало. Так вы просто выше чуть берите. Вы кидаете кому летит, кому летит, летит по дугообразной. Чуть выше подняли, Ну, этот клан слабенький был, ребята, не как те три. Ну вот, с сильными, то есть, мы нормально почти их раскатываем, да, а с этими мы нифига не можем. Мы сосед. Можешь...